В принципе, магазин камерный, небольшой, но мы надеемся, что он будет долгая, долгая счастливая жизнь у него будет, надеюсь. Да, я думаю, было так. Бы здорово. Было бы классно. Вот. Поэтому, конечно, в этом смысле, да, это такое немножечко может быть схоже. Но, конечно, совсем другая история. Мне это очень хорошо от того, что мы делаем книжный магазин, потому что для меня мои книги и наша библиотека дома имела большое значение. Не как для человека, который занимается этим бизнесом, а как... Kind of inspiration. Да, да. И мне было одиноко. Мне было одиноко без этого всего. Теперь лучше. Да, мы с моей женой проходили мимо, увидели книжку. Нас очень заинтересовало, что за место, потому что это не часто, и как бы такие уникальные интересные товары – это редкость, особенно когда ты из другой страны и приезжаешь в Стамбул и видишь книги на родном языке. Поэтому мы зашли, да, узнали. Оказалось, что мы с ребятами летели в Стамбул на одном самолете и зашли. Вот. Приятного тебе. Из России, да, для нас стало сложно. Я жил в Калининграде. Да. Для нас стало сложно вести дела, потому что я занимаюсь производством спецэффектов для кино, для сериалов, и работал на зарубежный рынок, и для меня стало тяжело вести дела из России. Поэтому пришлось уехать и здесь устраиваться заново.